Молодой человек, подарок жене выбираете? Да. А как вы догадались? Я думаю, трудно догадаться. У нас женский отдел. А, ну да, ну да, ну, ну да. Да, ну да. Для чего я здесь сижу? Ну, вы обратились бы ко мне. Ну, я помогу вам выбрать товары, пожалуйста. Вы правы, женщина, да. Вы правы. Мне нужно выбрать подарок для моей... Ну, какая вам женщина? Яркая, видная, красивая. Ухоженная. Ну, а если присмотреться? Стильная, сексуальная и аппетитная. Не то, что моя Антонина, знаешь, такая суховатая. Ну, что выросло, то выросло. Ну, да, росло да. Для меня, и я сейчас окучиваю. Ну да, извините, я вас извините. Понимаю. Ну, а то, что я Валентин Спиридонович, вас не смущает? Извините, я просто подумал, что раз женский магазин, то и продавец, то как-то автоматом вырвалось. Автоматом. Ой, автоматом, пулеметом, смешной. Кому выбираете подарок? Теще, сестре, жене, любовнице, кому? Что вы, какой любовнице? У меня любовницы сроду не было и да? Быть не может. Ну что, какая любовница? Нет, конечно, у Антонины, может, кто-то и был. Как-то одно время я так подозревал в легкую. Но, с другой стороны, на нее никто не клюнет. Там и клевалка ни у кого не откроется до нее. Там клевать-то нечего. Просто хотелось бы что-нибудь для нее выбрать такое, знаете, экстравагантное. И чтобы вот что-нибудь такое, знаете, такое ярковатое. И чтобы этим подарком, как говорится, одариваемого... Простите, еще раз, чего? Одариваемого? Одариваемого удивить даруемым. Одариваемого даруемым. Даруемым. Ну, это интересно. Бант нравится? Мне да, но ей не подойдет. Она, да, для нее это немножко так вызывающе, ярковато, так бросковато для нее. Ну да, бросковато. Она да. У меня такая, знаете, она такая у меня. Да, я вас понимаю, я вас понимаю. Девушка с севера. Да, я все такая. Понимаю, с севера, бледноватая. Так, ну такая, знаете, ну не яркая, скажем. Ну да, да. Ну да, такая. Ну да, да. Ну какая есть. Ну да, понятно, ну, понятно. Отдала. Ну да. Я взял. Потому что выбора не было. Да, выбора не было, да. Не было выбора. На севере одна ходила, правильно там? Что? Я говорю, по северу одна ходила, ваша Тоня. Одна. Я... Ну, может, расческу? Да. Нет, я просто... Чтоб, хочу... Может, зеркальце? Нет, нет, я хочу проконсультироваться. А как к вам обращаться? Продавец... как вас зовут, вы сказали? Валя. Вот, продавец Валентин? Ну. Спиридоныч. Или просто... или просто Валентин? Для вас Валентин Спиридонович. А так Валя для всех. Слушай, нескромный вопрос, а как у них с зубами? Как у них с зубами? С передними или с тыльными? Со всеми. Тыльные, конечно, там. Не, ну как у них с зубами? А передние мы сделали новые, ага. Да, фарфоровые, улыбаются так. Улыбка такая, знаешь, такая, ну не Джоконда, но где-то рядом. Ну что ж, я могу предложить ей вам, чтобы вы подарили швейцарские зубные палочки. Да ладно? Да, 500 штук. А чем они отличаются от наших? Ну что вы, всем, пожалуйста. После использования теряют качество, вес. Да а вы, кстати, ладно. Можете попробовать, не стесняйтесь. Я но ради Тони. Я попробовал. Да, попробуйте. Вот, нет, вот. Вам поковыряйтесь. А, неудобно. Да, я вам ну говорю, что, поковыряйте. Ну сейчас что? Прям да поковыряйтесь, буду. Поковыряйтесь. Да неудобно. Да ковыряйтесь. Да ну ладно. Да не стесняйтесь. Валентин Спиридонович. Давайте, давай, Валя для вас уже. Давай. Да, я, наверное, да. Ну попробуйте. Мягко, еще, мягко. Да. Можете еще одну взять, двумя еще да, лучше. Как говорится, конечно. Сейчас с двух рук. Да. А тех не дух. С дерева. Да, да. Но у нее же две. Да, ну вы знаете, в принципе, неплохо, но ее этим однозначно не удивить. Извините, не подходит. Возьмите. Мне бы что-нибудь... Не подходит это. Ну и куда я это дену? Ну куда я сейчас это дену? Ну, сами понимаете, если у меня каждый будет ковыряться, то я товар вообще не продам никогда. Ну, о чем вы говорите? Вы сами сказали поковыряйте, я не собирался ковырялки тут устраивать. Вы на магазине объявление читали?
товар обмену возврату не подлежит. Но в самом деле-то, о чем вы говорите? Так я еще и не купил, чтобы менять товар. Но вы же уже пробовали, ковыряли. Да вы сами сказали. А чего на меня кричите? Валентин Спиридонович, вы сами сказали. Что вы на меня кричите? Что вы кричите на меня? Саша, Андрей. Да, у нас опять проблемы, да, с зубными палочками. По зубам дать? Не... Где мы? Ну что ты? Ну, не... что? Валентин да. Спиридонович. Что? Валентин Спиридонович. Да, ну что делать? И... Саша, ну? Я решу проблему. Ну? Я заплачу и уйду. Сколько вот эти ваши швейцарские эти палочки? Ой, только спокойно, не надо мне кричать. Только поспокойнее. Сколько стоит? Я вот предупреждаю, я сейчас куплю, и ноги моей больше в вашем магазине. 3225 рублей, не надо мне орать. Сколько? 3225 рублей. Да вот эти палочки. Да их 500 штук, да. 500 штук, о чем вы хотели? Так, радует, что не... Так, деньги заплатил и ушел, я скажу. Радует, что... Деньги заплатил... Так, Саша! Саша! Да заплачу я! Плати, я сказал. Ну? Заплачу! Точно заплатил? Заплачу! Точно заплатил? Так, все слышали? Заплачу! Все слышали? Все слышали? Сказал, заплачу! Точно, да? А к палочкам прилагается, спокойно, не надо дышать так спокойно, спокойно. К палочкам прилагается два полотенца по 625 рублей, а хлебница на холодильнике Минск. Вы в Минске были? Не был. Вот хорошо будете. Приедут наши два специалиста, Саша и Андрей, вам установят бесплатно. Из того так, 25 тысяч рублей с вас, и все. Что случилось? Мама. Что мама? Мама. Плохо? Плохо. Конфетку съешьте. Где? Конфетку съешьте. Где? Конфетку съешьте. Конфетку. Вот, конфетку съешьте. Быстренько конфетку. Да, быстрее, с ментолом. Так. Но. Хорошо? А к конфетке прилагается набор спального гарнитура «Нежность» и двухкамерный пылесос. Улыбка Башкирии. Башкирии были? Не был. Башкирии были? Не был. Будете, главное, улыбайтесь. Улыбайтесь. Улыбайтесь.